Дорогие друзья, всем привет на канале Молния Кружится. Сегодня со мной Миша Юрт. Сегодня мы будем снимать ролик. Там уже очень огромный кипяток. Баня в туалете. Не в туалете, а в ванной. Ну да. Она просто кипит. Вода кипит. Стоп, а как мы ее убирать будем? А, вот так вот. А, нет, нет, все. Знаешь, чем мы какой-нибудь длинной штукой будем убирать. Тёма, все, хватит. Ага. А с неё надо, чтобы папа пошёл. Подожди, ещё чуть-чуть. Вот у кипяток, Тёма. Ой. Так, всё. Ребята, вы просто офигеете. Нет, не утекает. Что? Как мы будем вообще эту баню делать? Сейчас мы свет выключим. То, что баня, как бы свет. Нагревать кипятком! Вот как! Посмотрите просто. Это горячая вода. Сейчас мы даже можем набрать стакан. Это не холодная вам. Вода поднести к чему-нибудь. Блин, она не потеет, надо много. Вот она чуть-чуть запотевает стекло. Вот видите, видите, видите? Ну или вам очень плохо видно. Также можно греть ноги здесь. Что у нас вода уходит? Офигеть. Кто-то туда руку должен совать, что ли? Все, Юр. Чуть-чуть так. Так. Мы сейчас что будем делать? Нам нужно сейчас постелить полотенце, чтобы потом вылазить отсюда, из бани. Да, из да, самой да. Банной парилки. Мы здесь будем делать парилку. Тут надо залазить. Закрываться. Закрываться и лить горячую воду. И мы должны стоять, и главное, на нее не наступить. Тёма у нас запотевает тут все. Реально, у нас потеет тут все. Капец, ванная. А тут жарко было. Тёма, она наполняется. Но она уходит. Она холодная. Горячая. Стоп, она еще холоднее стала. А как делать так холодную? Ой. Это мы как в каком-то апокалипсисе, ё-моё. О, еще холоднее. А как? А в смысле? Как ее горячая стала? Я не понял, где горячая. Походу у нас горячая. У нас горячая вода или нет? Хотя, как мы туда-то набирали? Тёма! Да ё-моё, как это? Ну вот, это холодно. О, горячая. А, тёпленькая пошла. Сейчас на максимум, на максимум. И... Ну, теплее. Теплее, теплее. Тёма, мы тут запотеем. Тёма. Офигеть, давайте посмотрим, что там. Тёма, она у нас утекает. Смотри, утекает. А ну, иди набирай пока. Тёма, у тебя тут такая... Она горячая. Я тебя закрываю, а? А то мы найдем. Алло, алло, налил горячей. Ну, делается теплее. Мы запотеваем. Это баня. Что наша? Баня. Мама, а что она чокается? Витя! У нас вообще, у нас все топится. У нас все топится, поздравляем. Тёма, мы тут затопимся. Тёма, мы тут топимся. Что, так, это... Тёма! Это фонтан. Это какие-то опасные штуки. У нас на реально топится все. Так, я не понимаю, а как горячую делать? Так, ладно, пока вылазим. Сейчас будем... А что, у нас свет отключили? Нет. Точно, свет. У нас вода закончилась. Ходу реально свет!
Так, ребята, стоп, это, я это конец ролика. Свет включили. Есть. Воды нету. Воды нету. Тёма, у нас поздравляю нас. У нас горячую воду отключили. У нас у нас всю воду отключили. У нас отопление отключили. У нас всю воду отключили. Тёма, ты не представляешь. У нас воды нет. У нас воды нет, ребята. Баня превратилась в какой-то апокалипсис. Вы представляете? Что нам делать? Я включу. Сейчас очень важно. У нас нету воды. Сейчас ее не надо тратить. У нас нет горячей именно воды. Если ее сюда перевернуть, то посмотрите. Стоп. Я не понял. Ее не было. Так, ну пробуем, значит, еще раз. Это вообще жесть. Так, Тёма, давай заходить снова в баню. Надо разбираться. Это либо мы что-то неправильно делали, либо у нас горячую воду отключили. Но это опасно, что у нас горячую воду отключили. Сейчас я смотрю, вдруг Настя что-то написала. Так. Если что, Настя, это Мишина подруга. Офигеть. Скорее всего, этот ролик мы назовем «Баня апокалипсис какой-то». Так. Я не могу. У нас баня прорывается. Тёма, нам надо разбираться. Прощайся. Короче, ребят, это будет тоже ролик на мой канал, но... Проверяем последний раз. Если работает, продолжаем. Это, короче, будет так, не очень ролик. Я его просто загружу, как, типа... то есть, мы хотели снять ролик в бане. Типа, делаем баню, но у нас капец. У нас горячей воды реально нет. Тёма, реально сейчас проверяем. Если есть, продолжаем ролик. Ребята, я даже сюда прививку делать не буду. Хотя сделаем. Давай. Горячая? Нет, это холодная. Ну, короче, ребята, всем пока, наверное. Мы, когда горячая вода у нас будет, мы снова запишем ролик. Нет, Тёма, не надо. Давай просто отключайся, делай ролик, потом будем просто... снимать короче, ролик, ребят, где будем возвращать эту воду. Короче, ребята, этот ролик будет называться «Все пошло не по плану». Баня пошла. Ролик с бани пошел не по плану. Я его выложу. Короче, вы его посмотрите. Что у нас за апокалипсис. Короче, когда мы все тут починим, естественно, будем снимать видео, делаем баню в ванной. Ну что, всем пока.